Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим и протестируем новый аромат компании Oriflame Pose The Secret. И подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть новинки Oriflame в сторис и в прямых эфирах прямо со съемок. Поехали! Изысканная и соблазнительно женственная композиция с уникальным аккордом «Золотое яблоко в сердце» для вашего божественного образа – это новый аромат Pose The Secret. Форма флакона практически не отличается от предшественника коллекции аромата Pose. Это то же самое стильное сочетание золота с тяжелым стеклом. Дизайн напоминает об эксклюзивных ювелирных украшениях, которые представлены на последних модных показах. А золотистые цепи, переплетенные вокруг флакона аромата Pose The Secret, являются символом абсолютной власти, красоты и женских чар. Знаменитый мастер данного аромата Фабрис Пеллегрен родился в Грассе в семье парфюмеров, и все свои силы и страсть он отдал на продолжение семейных традиций. И, видимо, поэтому с ним работают такие знаменитые бренды, как Валентино, Сваровски, Сальвадоро Феррагамо, Роберто Кавалли и многие другие. И для компании Oriflame Фабрис уже создал большое количество просто великолепных ароматов. Это аромат Экла для него и для нее. Это Flamboyant Pride, это Mo by Demi, это Midsummer Woman, Paradise и Giordani Gold Essenza. И именно такие великолепные творения принесли ему недавно заслуженную награду. Французский журнал Cosmetic Mag признал Фабриса лучшим парфюмером 2017 года. Фабрис руководствуется принципом «лови момент». Он уверен, что в будущем нас будут окружать только утонченные ароматы. И именно таким ароматом является Pose The Secret. Давайте же мы с вами его протестируем. Очень насыщенный букет. Чувствуются фрукты, чувствуется немного совсем цветы, но в то же время это такой солидный, я бы даже сказала, древесный аромат. В нем чувствуется роскошь и внутренняя сила. И не мудрено, ведь этот аромат вдохновлен легендой о северной богине весны Идун. И эта богиня была хранительницей вечной молодости богов золотых яблок. И богиня доставала эти яблоки из волшебного ларца и угощала богов во время пиршеств, и количество яблок у нее никогда не убывало. И именно вот эти яблоки позволяли богам оставаться молодыми и красивыми, а тогда как обычные люди, естественно, старели и умирали. И давайте же узнаем, какие ноты аромата хранят секрет вечной молодости, уверенности, привлекательности скандинавских богов. Верхние ноты – это бодрящий бергамот и сладковато-фруктовый водный жасмин и черная смородина. Шикарный и чарующий букет в сердце, фруктово-кожаный османтус и парфюмерный аккорд «Золотое яблоко». Из нот яблока и лепестков золотой орхидеи, окруженных бальзамическими маслами и ароматами древесины, ванили и золотистого меда. И манящий и аппетитный шлейф из редкого сандала, притягательной ванили и страстного гелиотропа, который обволакивает обладательницу этого аромата и всех окружающих шлейфом роскоши. Какая же она женщина в стиле Pose The Secret? Она завоевывает, очаровывает окружающих. Именно ей достаются все восхищенные взгляды. И этот аромат, безусловно, выберет роковая, красивая женщина, увлекающая, соблазняющая и чарующая. Почему же этот парфюм назвали Pose The Secret? Дело в том, что Pose переводится как владеть и обладать. И я уверена, что именно этот аромат поможет своей обладательнице открыть тот самый секрет, как завладеть сердцем и душой мужчины своей мечты. Тестируйте новый аромат, вдохновляйтесь на новые образы, любите и будьте любимы. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть наши видео первыми. Пока-пока!